94. Первое областное радио. Тут максимально все просто. На нашем сайте artwins.rf русскими буквами подчеркиваю. Нужно зайти в раздел «Премия ЗОЖ», в раздел «Подать заявку 2020», заполнить небольшую анкету о себе и отправить заявочку к нам. Все. Пока 9 номинаций, давайте их перечислим. Что там за номинации? Алин, может? Да, ну давайте. Это «Мама в стиле ЗОЖ», «Папа в стиле ЗОЖ», «Блогер в стиле ЗОЖ», «Студент в стиле ЗОЖ», «Волонтер в стиле ЗОЖ». Так. Общественный деятель. Общественный деятель. Артист. Семья. Да. И бизнесмен. Да. Не, ну у меня-то написано просто. Да, из головы просто вылетает очень много номинаций, на самом деле. А это вам корона давит. Неправда. Корона невероятной красоты. Спасибо. Хорошо, что корона рядом с нашим планшетом, ее будет очень хорошо видно на видеозаписи. Мы потом даже покрупнее снимем, да? Давайте попробуем разобраться, что такое, ну, допустим, любой представитель общества из перечисленных в стиле ЗОЖ. Этот человек должен заниматься спортом, определенно питаться, уже иметь какие-то достижения. Как он должен соответствовать этому высокому званию человека, относящемуся вообще к ЗОЖу и имеющему с ним какие-то отношения? Как вообще доказать то, что я к ЗОЖу имею прямое отношение? Ну, да. На самом деле, вот все, что вы перечислили сейчас, это и есть доказательство того, что он ведет здоровый образ жизни. Я вот просто приду к вам и так красиво вам расскажу, что... Но, честно говоря, это зависит еще немножко от номинации. То есть, если мы берем номинацию бизнес... Например, папа в стиле ЗОЖ. Алексей, реально, отец трехлетнего сына. Алексей. А как проверить его, папа ли он в стиле ЗОЖ? Вы должны вести какую-то деятельность. Например, вы можете вести какой-то, не знаю, общественный проект на территории своего двора. И заниматься... А на территории своей квартиры подойдет? Ну, маловат объем, наверное. Надо чуть побольше расширить. Вот, и вы ведете какой-то проект, вот именно как папа. На территории своего двора занимаетесь со всеми, не знаю, ребятишками, спортом, либо какими-то интересными занятиями по направлению ЗОЖ. Это не обязательно должен быть там футбол или какой-то профессиональный вид спорта, а что-то любое. Понимаете, активный отдых – это тоже ЗОЖ. Мы всегда это подчеркиваем, что не только спорт и огурчики – это, ну, здоровое куриная направление. Куриная грудка еще. Ну да, бывает тоже. То есть просто активный отдых и активная жизненная позиция – это тоже поддерживает направление ЗОЖа. Вот, например, вы ведете, не знаю, какой-то проект в социальной сети именно от лица папы. То есть вы в статусе папы должны реализовывать что-то на территории Новосибирской области, на территории города Новосибирска, на территории, не знаю, своей работы, места жительства, небольшую деятельность, связанную именно с ребятишками. То есть так просто к вам не просочиться? Да. Ну, в общем, все, мы передумали, по-моему, тебя делегировать. А какая-то мотивация дополнительная, помимо того, что человек получит статус там победителя, что в подарках, что в призах? Ну, допустим, без названия компании, но просто понимаете, как выглядит призовый фонд, чем будете радовать? Ну, подарки у нас очень интересные, от наших партнеров действительно очень много подарков, а, наверное, самое главное, что каждый победитель в каждой номинации, то есть это 9 человек, в течение года вместе с нами будут реализовывать самые свои, наверное, крупные проекты на территории Новосибирской области. Мы будем всячески их поддерживать, не знаю, приглашать различных партнеров, СМИ и так далее, чтобы их проекты, ну, действительно были известны на территории всей области, может быть, а может, и дальше. А может, получили поддержку какую-то, да? Да, да, это самое главное. Мисс Здоровый образ жизни. Слушай, 2000... мне все не дает покоя, корона. Расскажите мне уже про корону, я успокоюсь. Хорошо, расскажите про корону. Вы, видимо, год назад Алина ее получила, да? Пораньше, да. Это был 2019 год, получается, 5 октября у нас состоялся финал. Я очень довольна своей короной, потому что я шла к ней целую неделю. Мы с девочками жили все вместе в одной гостинице. И вот буквально рука об руку к одной заветной какой-то цели. Но для меня любая корона, у меня их 3. О, а можно поподробнее? Да, конечно. А что ж вы остальные-то не надели сегодня? Ну, по-моему, сильно пафосно. Не хватит. Тут народу-то много, всем бы хватило. А, ну, без проблем. Это же стоит посмотреть. А итак, первая корона появилась в твоей жизни когда? Это было 6 апреля 2019 года. Это конкурс «Мисс Новосибирский район», в который я попала, наверное, так по воле судьбы, потому что меня звали. На тот момент у меня то есть загруженность была очень сильно, мне вообще ни до каких конкурсов, вообще что это за конкурс, ничего не понимаю, не хочу. В общем, засомневалась в себе, сначала идти не хотела, но потом поняла, что такая возможность, наверное, не каждому, в принципе, в жизни выпадает. Конечно. И если я сейчас не попробую, навряд ли у меня еще появится такой шанс. Пошла, неуверенная в себе,
себе, замкнутая, всех стесняюсь, и в итоге просто в конце, то есть на финале, называют мою фамилию в качестве победителя. Я вот даже сейчас сижу, у меня коленки подкашиваются, вот когда я вспоминаю просто-напросто этот момент. Ну и, естественно, так как было первое место, дальше мне пишет Светлана, что Алина, раз вы победительница, вы автоматически, то есть приходите в конкурс «Мисс здоровый образ жизни». Вот это непосредственно уже моя вторая корона. Вот. Ну, сложный конкурс на самом деле. Что там надо было конкретно делать для того, чтобы стать обладательницей короны? В общем, у нас было, наверное, основное задание – это составить свою программу по здоровому образу жизни. То есть, вот, наверное, немножко можно аналогию с премией ЗОЖ провести. Да, то есть ты должен заявить о себе, рассказать о себе, показать все свои самые лучшие стороны. Дальше у нас были дефиле в вечерних платьях, общая проходка. И, то есть, дальше уже жюри непосредственно отбирало ту девушку, вот, которая действительно может нести этот титул с достоинством. И точно так же подкашиваются коленки, когда вспоминаю вот этот вот момент. Подружки-то после этого не сказали, ну все, у Алинки корона-то выросла. Ой, это вообще моя любимая тема. Да, когда друзья начинали писать, ой, а как нам теперь к вам обращаться? На вы, наверное, нужно. Нет, ну то есть как бы для меня корона это ни в коем случае не такая регалия, вот что, все, я получила корону, я возгордилась, и теперь только вот по красным дорожкам должна ходить. Нет. Ну, слушайте, ну на самом деле штука-то это удобная. Можно и врагов забодать там. Да, да, конечно. Это еще корона маленькая. А вот, кстати, о врагах забодать. Как выглядела обстановка за кулисами конкурса? Да. Были ли там шпильки подсунуты? Подножки. Куда-то, да? В первом конкурсе был. Расскажи, что неприятный было, момент, что понимаю, да. Да. Ну, то есть, вообще, то есть все три конкурса, вот, в которых я участвовала, прошли они вот прям гладко максимально. Мне было очень легко в каком-то плане. Но вот в первом конкурсе мне испортили туфли. Это что сделали? С какими-то блёстками, я не знаю, просто засыпали их, вот у меня теперь внутри, да, я не знаю, как с ними бороться, вот с этими блёстками, ноги как их убрать. Ноги до сих пор блестят, да? Ну да, то есть там прям конкретно так очень. Так это может наоборот в плюс. Может наоборот, конечно. Ну, может быть, да. Ну, а так, что, вот знаете, до крайности такого, ну, никогда не доходило. Ну, если по поводу дефиле у меня особо нет вопросов, понятно. Красивое надеть платье и пройтись, это можно научиться, а вот разработать авторскую программу по здоровому образу жизни, это уже отдельная история. Как выглядела твоя программа, которую ты защищала, да, или как это выглядело? Да, конечно, у нас был отборочный Расскажи, этап. Что представляет из себя твоя программа? То есть моя программа заключалась в том, что я рассказываю, в принципе, как я пришла к теме здорового образа жизни. Как ты пришла? Это было 13 лет, получается, мои, когда начались диеты самые модные. Вот почему, кстати, и к фитнес-тренерству, да, я вот пришла. Диеты, какие-то непонятные голодовки, то есть я этой темой заинтересовалась, сама попала под этот камень, и поняла, что так, то есть, продолжаться больше не может. Естественно, я начала штудировать анатомию, изучать диетологию, и сама начала приходить к результату. Поняла, что мне самой этого мало. То есть я хочу своими знаниями, которые мне просто мозг, наверное, разрывали Круто. Уже, да, делиться с окружающими. И в своем селе, в селе Виртула, оно маленькое, где все друг друга знают, я начала проводить тренировки. Первая моя тренировка вообще была на улице, около школы. То есть это был один человек, жара, то есть там около 35 градусов, и все, и у меня счастье было просто вообще беспредельное. И кто был этот человек? Папа, мама, бабушка? Мама, причем мама была троих детей, то есть она... А, то есть не ваша мама? Нет, она, то есть девушка, которая увидела, я еще во все группы везде постоянно постила, все писала, она увидела, сказала, можно я приду? Я говорю, ну, конечно. Конечно, когда у тебя трое детей, любой повод. Да, я была вот несказанно рада. И, то есть, я начала заниматься именно вот темой ЗОЖа еще углубленнее и сильнее. То есть мы проводили различные акции на территории нашего района. Ой, а у вас ленточка сползла. Да, я почувствовала, спасибо. Это, кстати, проблема, когда спадает лента или корона, надо постоянно поправлять. Ну, это все контролировать нам нужно. Ваши проблемы. Радио 54. Первое областное радио.